Имя Андрея Чикатило давно стало нарицательным. Говоря о маньяке, зверски убивающем женщин и детей, мы всегда вспоминаем образцового советского гражданина Андрея Романовича Чикатило, у которого было две жизни. В одной он был примерным семьянином, любящим отцом, работал сначала завучем школы-интерната, позже мастером производственного обучения ПТУ, а затем сотрудником отдела снабжения на предприятии. В другой – хладнокровным убийцей, за 10 лет лишившим жизни по меньшей мере 43 человек. А на самом деле, скорее всего, гораздо больше. Серийного убийцу Чикатило недаром прозвали советским Джеком-потрошителем. У них было немало общего. Оба убивали женщин. Чикатило, ко всему прочему, не гнушался расправляться и с детьми. Оба душили свои жертвы и вырезали у них половые органы. Чикатило делал это, по-видимому, в качестве мести за свою сексуальную неполноценность. Вполне возможно, что лондонский потрошитель поступал также по той же причине. И оба могли быть пойманы на месте преступления. У меня нет никакого желания описывать преступление Чикатило, или, как могут сказать некоторые, смаковать подробности его издевательств над беззащитными жертвами. Но это необходимо для того, чтобы понять, на что способны живущие рядом с нами монстры в обличии людей. К тому же я хочу, чтобы помнили убитых Чикатило людей, а не его самого. В последние предпраздничные дни 1978 года небольшой город Шахты в Ростовской области потрясла ужасная смерть 9-летней Елены Закотновой. Вечером 22 декабря Чикатило, владевший в Межевом переулке неприметным домом Мазанкой, заметил на трамвайной остановке девочку, шедшую домой из школы. Тогда он впервые попытался увести с собой ребенка. И у него получилось. Заманив Закотнову в дом, маньяк повалил ее на пол, завязал глаза шарфом, потому что, как сам впоследствии признавался, не мог выдержать ее взгляда, и стал раздевать. Девочка закричала, и Чикатило, испугавшись, что звуки услышат соседи, начал душить Лену и одновременно с этим наносить ей удары ножом в область живота. Когда Закотнова умирала, Чикатило испытал сексуальное удовлетворение, ради которого он впоследствии убьет более 50 человек. Думаю, нет нужды объяснять, каким образом сперма страдавшего импотенцией Чикатило оказывалась в половых органах и заднем проходе большинства его жертв. В том числе и Закотновой. Тело убитой им школьницы Чикатило оттащил на санках к ближайшей речке и вместе с портфелем выбросил под мост. Ребенка нашли спустя 2 дня. Заметая следы, Чикатило допустил ошибку, которая, если бы не халатность следствия, не позволила бы ему стать одним из самых известных серийных убийц в истории. Уходя из дома, Чикатило, видимо, забыл выключить свет, и это обстоятельство привлекло внимание соседей, а затем и милиции, расследовавшей убийство Закотновой. Чикатило вызвали на допрос, но он был спокоен и все отрицал. А скоро о нем и вовсе забыли, когда был задержан настоящий убийца. Некто Александр Кравченко, живший в том самом переулке, где пропала Закотнова и ранее судимый за изнасилование и убийство 10-летней девочки. Оперативники долго думать не стали и выбили из Кравченко признание. Его расстреляли в 1983 году. Уже во время следствия и суда Чикатило будет то признаваться в убийстве Закотновой, рассказывая подробности жестокой расправы над ребенком, то отказываться от своих показаний. В итоге Верховный суд исключит эпизод убийства 9-летней школьницы из обвинения за недоказанностью. В 1990 году Александр Кравченко был признан невиновным в гибели Закотновой. После убийства Лены Закотновой, угодивший в поле зрения милиции Чикатило залег на дно на долгих 3 года. В 81-м он узнал, что за его убийство под вышку подвели другого человека, и уже без опаски взялся за старое. Как раз в это время он сменил работу. Вместе с должностью инженера в отделе снабжения одного из производственных объединений в шахтах, он получил возможность ездить в длительные командировки. Именно в электричках,
На железнодорожных станциях и на улицах городов он стал искать новые жертвы. И находил их. Территория Ростовской области, на которой орудовал Чикатило, уникальна тем, что там очень мало лесов. Чаще всего это небольшие скопления деревьев и кустарников, а также лесозащитные полосы, высаженные на окраине сельскохозяйственных полей и вдоль дорог. Там Чикатило и скрывал следы своих преступлений и прятал трупы, в результате чего операция по поимке одного из самых известных советских маньяков получила название «Лесополоса». 3 сентября 1981 года Чикатило, будучи в Ростове, встретил 17-летнюю учащуюся ГПТУ-58 Ларису Ткаченко. Отвел ее в лесополосу, где задушил, предварительно попытавшись изнасиловать и откусив сосок правой груди. Не сумев совершить половой акт, маньяк, разозлившись, взял палку и воткнул ее поочередно во влагалище жертвы и в прямую кишку. Так же, как и в случае с Закотновой, Чикатило сначала признается в убийстве Ткаченко, безошибочно укажет следователям место, где он оставил труп, но позже будет менять свои показания, а то и вовсе отрицать вину. Из окончательного обвинения эпизод с убийством Ткаченко был исключен. Почти год Чикатило держался и сорвался только летом 82-го. Серия убийств началась с гибели Любы Бирюк. 12 июня, идя по шоссе от автостанции поселка Донской, Чикатило заметил впереди 12-летнюю девочку. Маньяк нагнал ее и, не разговаривая, как с другими жертвами, сразу же затащил в кустарник. Дальнейшая схема действий на долгие годы станет для него привычной. Безуспешно попытавшись изнасиловать ребенка, Чикатило стал бить Любу ножом и выкалывать глаза. Экспертиза выявила на теле 44 колотые раны, нанося которые маньяк как бы имитировал половой акт. Забрав одежду девочки, Чикатило закидал труп травой и спрятал вещи. Расчет убийцы был верен. Без одежды тело быстрее достигнет состояния, при котором опознать его будет сложно или вовсе невозможно. Так и случилось. Всего за 2 недели, пока тело Любы Бирюк пролежало в лесополосе, оно успело почти полностью разложиться. В июле маньяк отправился в Краснодар. В это время в городе от его рук погибли 14-летняя Люба Волобуева и 9-летний Олег Пожидаев. Волобуевой, которую он встретил в аэропорту, Чикатило нанес 7 ножевых ранений, вырезал влагалище и часть прямой кишки. С Олегом Пожидаевым Чикатило познакомился в автобусе. Мальчик ехал на городской пляж. Втеревшись к нему в доверие, маньяк сумел заманить его в лес, где и убил, перед этим попытавшись изнасиловать. Дело Волобуевой благополучно затерялось среди прочих глухарей, а о смерти Олега Пожидаева, до 88 года числившегося пропавшим без вести, а после умершим, он якобы утонул в реке еще в 82-м, узнали только после того, как Чикатило рассказал о совершенных им в Краснодаре убийствах. Тело мальчика так и не нашли. Оно полностью разложилось, а кости, как предположило следствие, были растащены птицами и животными. Что, вероятно, и стало причиной того, что Верховный суд посчитал вину Чикатило в убийстве Пожидаева недоказанной. Спустя несколько дней после убийства Олега Пожидаева Чикатило зарезал 16-летнюю Олю Куприну. Маньяк заприметил ехавшую в шахты девушку еще в электричке. Каким-то образом убедив ее выйти на станцию одного из глухих поселков, Чикатило завел девушку в лес и убил. По словам маньяка, он специально выколол еще живой Куприной глаза, боясь, что в них каким-то образом останется его изображение. В качестве жертв Чикатило нередко выбирал трудных подростков, склонных к асоциальному поведению и бродяжничеству, умственно неполноценных, проституток или алкоголичек. Но иногда в его сети попадались и обычные дети из благополучных семей. Такой жертвой стала 18-летняя Ирина Корабельникова. Примечательно, что Ирина, как и ее семья, хорошо знала Чикатило. В 70-х годах Корабельникова училась в АГПТУ-39. Как раз в то время Чикатило работал там преподавателем и заведующим учебной частью. Более того, он жил недалеко от дома семьи Корабельниковой, и отец девушки был знаком с женой Чикатило.
Ирина встречалась с военным и собиралась выйти за него замуж. Но, к несчастью, встретила Чикатило на железнодорожном вокзале шахт. Вероятно, благодаря их давнему знакомству, убийце не составило большого труда увести девушку в лесополосу. Чикатило нанес женщине около 30 ударов ножом, вспорол живот, вырезал матку, выколол глаза, раздел и присыпал труп листвой. О том, что Чикатило возвращался на некоторые места своих преступлений, свидетельствует тот факт, что он знал про то, что на месте гибели Ирины Корабельниковой ее отец в 86 году установил металлический памятник. В том же сентябре 82 года Чикатило убил 15-летнего Сергея Кузьмина. Парень воспитывался без матери и учился в школе-интернате. В тот роковой день Кузьмин сбежал из интерната из-за издевательств одноклассников. Заметив одинокого подростка на вокзале, Чикатило вместе с ним в течение часа петлял по близлежащей лесополосе. Затем напал, откусил и съел кончик языка, отрезал половые органы и в общей сложности нанес 30 ножевых ранений. Скелет Кузьмина обнаружили только в январе 83-го, и вплоть до признания Чикатило в убийстве в 90-м году следствие считало, что это женские останки. При этом в розыске 15-летний Кузьмин не находился. Подросток пропал, и никому до него не было никакого дела. Следующей жертвой ростовского потрошителя стала 10-летняя Оля Стальмачонок из Новошахтинска. Чикатило убил ее 11 декабря, когда девочка возвращалась с занятий в музыкальной школе. Она стояла на остановке и ждала автобус. Из-за поломки транспорт не пришел, и маньяк предложил девочке погреться у него дома. По дороге Чикатило нанес Оле 50 ударов ножом, вспорол живот, вырезал сердце, матку и кишечник. Идущего вместе с ребенком по улице Чикатило видела жительница одного из домов, но не придала этому особого значения. Мужчину она хорошо знала, поскольку он работал преподавателем в училище, где ранее учился ее сын. А девочку до весны 83 года никто не искал. Об обнаружении ее останков женщина ничего не знала, так как в тот момент ее не было в городе. Она Чикатило указала уже в 91 году, когда милиция стала расспрашивать местных жителей о событиях почти десятилетней давности. Верховный суд исключил из приговора эпизод с убийством Оли Стальмачонок за недоказанностью. К концу 82 года список жертв Чикатило насчитывал 9 человек. Чикатило продолжил убивать летом 83-го. В тот год его жертвами стали по меньшей мере 8 человек. Однажды на допросе Чикатило упомянул о том, что в 83-м году он убил 16-летнюю девушку-армянку. В розыске тогда находилась пропавшая без вести Лаура Саркисян. Увидев ее фото, Чикатило заявил, что она похожа на одну из его жертв. Однако суду не удалось доказать причастность Чикатило к предполагаемому убийству Саркисян, так как сам маньяк не смог точно указать место убийства, а тело так и не нашли. В июле 83 года на железнодорожной платформе в Ростове Чикатило встретил страдавшую олигофренией 13-летнюю Иру Дуненкову, сестру своей любовницы из шахт, которую неоднократно приводил в тот самый дом в Межевом переулке, где была убита Лена Закотнова. Чикатило завел Дуненкову на окраину городского парка авиаторов и убил. Разрезал кухонным ножом живот и удалил половые органы. 24-летняя Людмила Кутюба была матерью двух детей и страдала психическим заболеванием. Чикатило убил ее в лесополосе недалеко от железнодорожного вокзала в шахтах. Маньяк отрезал женщины груди, выколол глаза и грыз вырезанные половые органы. 7-летний Игорь Гудков стал самой младшей жертвой Чикатило. 9 августа маньяк разговорился с Игорем, который приехал к матери в Ростов из Батайска, но перепутал автобусы и оказался в незнакомом районе. Отвел его в парк авиаторов, где убил и отрезал гениталии. Страдающая олигофренией 22-летняя Валентина Чучулина, которая вела бродячий образ жизни, сама согласилась вступить с Чикатило в интимную связь. Маньяк завел ее в лесополосу и убил по привычной схеме. Нанес множество ударов ножом, вырезал половые органы,
присыпал тело землей, а одежду выбросил. Аналогичным образом в сентябре он расправился в Новошахтинске с неизвестной женщиной 18-25 лет. Ее личность установить так и не удалось. После этого Чикатило познакомился с 19-летней Верой Шевкун, которую встретил около кинотеатра в Шахтах. Повалив ее на землю, маньяк кухонным ножом, который всегда носил в портфеле, вспорол девушке живот, вырезал матку и только потом задушил. Затем отрезал соски и съел. Последней жертвой Чикатило в 83 году стал 14-летний учащийся ГПТУ 45 в городе Гуково Сергей Марков. 27 декабря маньяк выследил его в электричке, шедшей в Ростов. Уговорив Сергея пойти вместе с ним на дачу, где обещал накормить, Чикатило отвел подростка к строящимся дачам и убил около лесополосы с особой жестокостью, нанеся в общей сложности 70 ударов ножом. Еще у живого Маркова Чикатило отрезал кончик языка и съел, воткнул нож в рот, повредив гортань, а после в тело, и не вынимая, провернул несколько раз. В довершении он отрезал у подростка гениталии, срезал кожу с внутренней поверхности левого бедра и оставил в заднем проходе следы спермы. В 84 году Чикатило не стал, как обычно, дожидаться лета и начал серию убийств уже в январе. В этом году он совершил больше всего убийств – 15. 9 января Чикатило отвел в ростовский парк авиаторов 17-летнюю Наталью Шалапинину и убил, нанеся около 30 ножевых ранений, после чего вскрыл живот, отрезал нос вместе с верхней губой и палец, чтобы снять кольцо, которое все равно оставил на месте преступления. Шалапинина, приехавшая в Ростов поступать на курсы водителей троллейбусов и ночевавшая на вокзале, была подругой Оли Куприной, убитой Чикатило 2 годами ранее. Однако сам маньяк вряд ли знал об этом и запомнил свою жертву только потому, что, по его словам, заразился от нее вшами. Чикатило вначале признался в убийстве Шалапининой, а затем отказался от своих слов. Этот эпизод был исключен из итогового обвинения, хотя все улики указывали на вину Чикатило. 45-летняя Марта Ребенко оказалась самой старшей жертвой ростовского потрошителя. 21 февраля Чикатило встретил ее пьяной у аэропорта в Ростове. Наверняка пообещав выпивку, маньяк повел женщину в хорошо знакомое ему место – парк авиаторов. По дороге Марта рассказывала Чикатило о своей жизни, о дедушке-генерале, после смерти которого с деньгами у нее стало совсем туго. Чикатило расправился с Ребенко так же, как и с предыдущими жертвами. Исколол тело ножом, срезал и съел соски, вырезал часть влагалища, мочевой пузырь и матку. Смерть женщины наступила после сильного удара в шею, когда лезвие ножа достигло полости рта. Она буквально захлебнулась кровью. Почти через месяц после убийства Ребенко, 24 марта, Чикатило познакомился на улице в Новошахтинске с 10-летним Димой Пташниковым. Маньяк убедил мальчика в том, что у него дома есть редкие марки, и он отдаст их ему. В лесополосе на окраине города Чикатило попытался изнасиловать мальчика. Не смог и решил получить сексуальное удовлетворение, причиняя ребенку невыносимые страдания. Итог – 54 ножевых ранения, отрезанный и съеденный кончик языка и ампутированная кухонным ножом головка полового члена. К 84 году маньяк стал терять бдительность и совершать ошибки, уводя своих жертв по оживленным улицам. Впоследствии несколько свидетелей, видевших Пташникова в компании с мужчиной в пальто, в галстуке, в очках с толстыми стеклами на резинке и портфелем в руке, опознали Чикатило. Кроме того, на месте убийства Пташникова потрошитель оставил следы обуви, а затем и вовсе был задержан милицией. Правда, за недостаточностью улик вскоре был отпущен. В конце мая последовало двойное убийство матери и дочери – 29-летней Татьяны и 11-летней Светы Петросян. Чикатило, до этого знавший Татьяну, пригласил ее вместе с дочкой к себе в шахты, пообещав подарить ребенку куклу и ждал обеих на вокзале. Приведя их в лесополосу, маньяк остался с Татьяной наедине,
ударил ее молотком по голове, а затем зарезал и выколол глаза. Найдя в лесу девочку, аналогичным образом убил и ее. 22-летняя Елена Бакулина встретила Чикатило возле поселка Багаевское. Уговорив ее вступить с ним в половую связь, маньяк уединился с жертвой в лесополосе недалеко от базы отдыха и убил, вырезав половые органы и отрезав соски. 10 июля Чикатило в поисках новой работы приехал в Ростов и на одной из остановок увидел 13-летнего Диму Илларионова. Маньяк отвел его на кукурузное поле, где попытался изнасиловать, а после забил молотком, переломав ребра, нанеся множество ножевых ран и выколов глаза. В том же июле Чикатило убил еще двоих – 19-летнюю Анну Лемешеву в Шахтах и 20-летнюю Сармиту Цана в Ростове. У Лемешевой Чикатило удалил соски и вырезал матку. Сармита Цана была убита в парке авиаторов, о чем Чикатило дал подробное объяснение. Однако данный эпизод в конечном итоге исключили из обвинения, так как маньяк стал отказываться от данных им ранее показаний. В одном только августе Чикатило убил пятерых. В парке авиаторов Чикатило жестоко расправился с 16-летней Натальей Голосовской. В тот день Чикатило оформился на новой работе и вечером встретил Голосовскую на остановке. Она ехала к сестре в Новошахтинск, но, как назло, не было автобусов. Чикатило предложил провести ее через лес к другой дороге, где, по его словам, можно поймать попутку. Девушка согласилась. Когда они вошли на территорию городского парка, маньяк напал на девушку, забил ей рот землей, попытался изнасиловать, после задушил, отрезал и съел соски, разрезал живот и удалил матку. В этот момент совсем рядом, на спортивной площадке, дети играли в футбол и слышали в зарослях приглушенный женский крик. Маньяка могли поймать уже тогда, но он сумел покинуть место преступления незамеченным. Свою везучесть Чикатило позже объяснял существованием некоего черного колпака, который в моменты совершения им преступлений будто бы защищал его, делая невидимым для окружающих. Просчеты оперативников, не единожды упускавших маньяка, лишь укрепляли его в вере в свою безнаказанность. 17-летняя Людмила Алексеева ехала в Азов к родственникам, плохо ориентировалась в Ростове и пропустила свой теплоход. Этим обстоятельством воспользовался Чикатило, предложив провести ее на другой берег Дона, где якобы можно сесть на автобус. В районе лесополосы маньяк напал на Алексееву, убил, нанеся 39 ударов ножом, порезал груди и половые органы, выколол глаза, отрезал нос и затолкал его в рот жертвы. На следующий день после убийства Алексеевой Чикатило улетел в командировку в Ташкент, где совершил два убийства – 14-летний Акмарал Сейдалиевы и неизвестной женщины, опознать которую так и не удалось. Способ убийства обеих в точности совпадал с тем, как были убиты другие жертвы ростовского маньяка. Хотя следует отметить, в случае убийства неопознанной женщины, которая, по словам Чикатило, была пьяна, маньяк сделал то, чего раньше себе не позволял. Отрезал жертве голову и выбросил в кусты. Сейдалиеву Чикатило убил в кукурузном поле, и до 91 года девочка числилась пропавшей без вести. Причем, как сказано в судебном приговоре, уголовное дело по факту обнаружения скелетированного трупа неизвестного ребенка не возбуждалось, так как местные органы, укрывая преступление, считали, что неизвестный ребенок по собственной халатности погиб под барабаном кукурузоуборочного комбайна. После убийства Сейдалиевой Чикатило спокойно купил на железнодорожной платформе дыни в качестве гостинцев для своих детей и улетел в Ростов. Там до конца года он убьет еще двоих. 11-летний Саша Чепель поверил Чикатило, когда тот предложил ему пройтись до конечной остановки автобуса, откуда легче уехать в сторону микрорайона Северный, где жил Чепель. Дойдя до лесополосы, маньяк напал на мальчика, но быстро убивать его не стал. Еще какое-то время Чикатило издевался над ребенком, бил его, душил, прижигал тело спичками и резал язык. Когда Чепель умер, маньяк отрезал у него половые органы и скрылся с места преступления, не забыв снять с жертвы одежду. Ирине Лучинской было 24 года. Она встретила Чикатило в Ростове на автобусной остановке возле аэродрома и пошла с ним в парк авиаторов.
там маньяк нанес ей множественные удары ножом. Как и в случае с Сергеем Марковым годом ранее, Чикатило втыкал нож в тело и проворачивал, тем самым причиняя жертве нестерпимые страдания. Отрезав соски и съев их, вспоров живот и удалив половые органы, маньяк бросил труп. В сентябре Чикатило был задержан на центральном рынке Ростова. Внимание двух милиционеров привлекло подозрительное поведение мужчины, который бессистемно слонялся по городу. В его портфеле были обнаружены моток веревки, кухонный нож, полотенце, банка вазелина и мыло. Чикатило спокойно объяснил, что некоторые из этих вещей нужны ему для работы. Веревкой он связывает коробки, разрезает ее ножом, а вазелин использует вместо крема для бритья. Группа крови Чикатило не совпадала с группой спермы, обнаруженной на теле и одежде Димы Пташникова. Ошибка в анализах не позволила предъявить Чикатило обвинение в убийствах. Но из СИЗО его не выпустили, раскрутив дело о хищении государственной собственности. За кражу аккумулятора Чикатило приговорили к году исправительных работ и выпустили в зале суда сразу после оглашения приговора 12 декабря 1984 года. После этого маньяк ушел в подполье. Убийства возобновились только в августе 1985-го, но, к счастью, уже не в таких масштабах. Чикатило старался выходить на охоту подальше от Ростова. 18-летняя Наталья Пахлистова любила ездить на электричках. Могла весь день кататься на поездах и нередко допоздна засиживалась на станциях. Молодой девушкой в зеленом плаще Чикатило заинтересовался, когда 1 августа находился в командировке в Москве. Он убил ее в лесу недалеко от аэропорта Домодедово, нанеся 38 проникающих ножевых ранений и отрезав соски. В конце августа в шахтах маньяк убил 18-летнюю Инессу Гуляеву. Девушка только что освободилась из спецприемника и, встретив Чикатило, пожаловалась, что ей негде переночевать. Завести Гуляеву в лесополосу не составило большого труда. Суд заключил, что дабы не привлекать к себе внимание после ареста, Чикатило специально изменил свой почерк убийцы. Он задушил Гуляеву, предварительно совершив попытку изнасилования, и нанес лишь несколько ударов ножом в область бедер. В 86-й год обошелся без убийств. В 87-м Чикатило продолжил свою кровавую серию, но по-прежнему старался обходить стороной Ростов. 16 мая 13-летний Олег Макаренков прогуливал занятия, прячась на железнодорожной станции города Ревды Свердловской области. Чикатило убил его в лесу недалеко от деревни Барановка. Вплоть до 91-го года Макаренков числился пропавшим без вести, пока Чикатило не сознался в его убийстве и не показал, где спрятал тело. В конце июля Чикатило оказался в Запорожье. На окраине города он встретил 12-летнего Ваню Беловецкого. Чикатило пристыдил ребенка за то, что тот курил, но мальчик на контакт с ним не пошел. Чикатило выследил его и, напав в лесополосе, оглушил камнем. Попытался изнасиловать, а затем убил, отрезав половые органы. Верховный суд посчитал вину Чикатило в убийстве Беловецкого недоказанной, поскольку маньяк отказался от данных им ранее показаний. Хотя сам же и привел следствие к трупу. Следующая смертельная командировка Чикатило была в Ленинград. Там в сентябре маньяк расправился с 16-летним учащимся ГПТУ 93 Юрой Терешонком, с которым познакомился на Финляндском вокзале. До признания Чикатило о судьбе Терешонка ничего не было известно, а его кости нашли только по наводке маньяка. В 88-м году Чикатило убил еще троих. Женщину 22-28 лет, чью личность установить не удалось, и двух мальчиков. 14 мая Чикатило возвращался из Донецкой области, где находился по рабочим вопросам, и сошел на станции Иловайск. Бесцельно слоняясь по городу, он повстречал у вокзала 9-летнего Лешу Воронько, который ехал к бабушке. Чикатило отвел его на окраину города и убил в канаве у лесополосы. Маньяк натянул ребенку на голову майку и бил молотком до тех пор, пока тот не умер.
После этого он разрезал мальчику живот и вырвал яички. Убийство Воронько было исключено из приговора Верховным судом, посчитавшим, что доказательств вины Чикатило, отказавшегося от своих показаний, недостаточно. Спустя 2 месяца Чикатило встретил в электричке 15-летнего Женю Муратова. Подросток с отличием окончил 8 классов и поступил на учебу в Ростовский железнодорожный техникум. Чикатило разговорился с ним и убедил выйти на одну из станций, чтобы помочь ему по хозяйству на даче. Женя согласился. Напавший на него в лесополосе Чикатило связал его, отрезал ножом кончик языка и съел. Затем еще живому Муратову он вскрыл живот. Когда тот умер, маньяк отрезал мальчику половой член и вырезал яички. Останки Муратова нашли лишь спустя 9 месяцев. Первой жертвой Чикатило в 1989 году стала 16-летняя Таня Рыжова. Чикатило привел ее в пустующую квартиру своей дочери и задушил. Маньяк искромсал труп, срезал нос и верхнюю губу, выпотрошил влагалище и удалил часть матки. Чтобы вынести труп на улицу, Чикатило расчленил останки, завернул их в одежду убитой и на украденных у соседей санках отвез к железнодорожной станции, где выбросил в канализационный люк. Второклассника Сашу Дьяконова Чикатило убил в Ростове на следующий день после того, как тому исполнилось 8. Маньяк увязался за Сашей и долго следовал по дороге, пока не нашел укромное место – кусты, куда силой затащил ребенка. Там он оглушил мальчика, ударив его камнем по голове, после чего попытался изнасиловать. Убив Дьяконова, Чикатило отрезал ребенку половые органы. Спустя 2 месяца в кустах, всего лишь в нескольких метрах от обочины, нашли мумифицированное тело Саши. Рядом с ним лежал нетронутый школьный портфель. Последние дни июня Чикатило проводил во Владимирской области, куда был направлен в командировку. На берегу водохранилища в городе Кольчугино он познакомился с 10-летним Лешей Моисеевым. Леша был трудным ребенком, склонным к токсикомании. Чикатило убил его, отрезал половые органы и бросил труп в лесу. В милиции, зная склонности Моисеева, посчитали, что тот надышался клея и умер. А когда спустя несколько месяцев было найдено его разложившееся тело, уголовное дело об убийстве никто не заводил. 19-летняя Елена Варга была по национальности венгеркой. Чикатило встретил ее на автобусной остановке под Новошахтинском. На предложение проводить ее до дома Варга согласилась. Ее тело с выколотыми глазами, вырезанной маткой, отрезанным носом с верхней губой и молочными железами нашли в лесополосе недалеко от хутора Краснознаменка. До конца 1989 года Чикатило совершил еще одно убийство. Пожалуй, самое жестокое, хладнокровное и циничное. В августе маньяк выкопал на кладбище шахт могилу. То ли для себя, так как готовился совершить самоубийство, то ли для своей будущей жертвы. Убивать себя ростовский потрошитель не стал, а вместо этого лишил жизни 10-летнего Лешу Хоботова. Чикатило предложил мальчику посмотреть у него дома видеофильм и каким-то образом завел на кладбище, где и убил, предварительно оглушив ударом молотка по голове. Пока маньяк связывал ребенка, тот очнулся. Чикатило попытался его изнасиловать, а затем начал наносить удары ножом, откусив при этом жертве кончик языка. К посмертным повреждениям тела эксперты отнесли разрезанный живот и ампутированные половые органы. Убив мальчика, Чикатило положил его тело в свежую могилу и закопал. В течение 1,5 лет Леша Хоботов числился пропавшим без вести. Его безутешная мать ходила по вокзалам и электричкам, показывая случайным прохожим фотографию своего сына. В 90-м году снимок убитого им мальчика с любопытством рассматривал Чикатило. Взглянув в глаза отчаявшейся женщины, он помотал головой, вернул ей фотографию и сказал, что никогда не видел ребенка. Останки Леши Хоботова были первыми, к которым маньяк привел следователей. Видимо, это убийство Чикатило запомнил очень хорошо. января 90 года в шахтах Чикатило зарезал 11-летнего Андрея Кравченко.
Эпизод был исключен из обвинения. Его, как и Хоботова, маньяк заманил обещанием показать видеофильм и убил в лесополосе недалеко от кладбища, нанеся 17 ранений и садистски проворачивая нож в ране, отрезав половые органы и вырезав яички. После убийства Кравченко Чикатило устроился на работу на ростовский электровозоремонтный завод. Рядом с ним находился ботанический сад Ростовского государственного университета, тихое и укромное место на окраине города. Именно там 7 марта погиб 10-летний Ярослав Макаров. Чикатило расправился с ним с особой жестокостью, предварительно проведя определенные манипуляции сексуального характера с его половыми органами. Не сумев изнасиловать ребенка, он стал бить его кулаками, нанес ему в общей сложности более 50 ударов ножом, не вынимая клинок из раны и вращая его. У еще живого Макарова маньяк отрезал члены мошонку и руками через вспоротый живот вырвал кишки. С каждым новым убийством Чикатило все больше превращался в зверя, готового буквально растерзать живого человека. В мае Чикатило убил 31-летнюю Любовь Зуеву, а в июле привел в ботанический сад Витю Петрова. Маньяку удалось увести ребенка с вокзала прямо из-под носа матери под предлогом сходить к нему домой попить воды и посмотреть фильм. 14 августа в Новочеркасске Чикатило убил 11-летнего Ваню Фомина. Маньяк напал на мальчика, когда тот во время плавания скрылся в камышах. Чикатило успел нанести ребенку 45 ножевых ранений, откусить кончик языка и вырезать яички. 16-летний Вадим Громов, пытаясь спасти свою жизнь, предложил Чикатило удовлетворить его оральным способом. Тот согласился, но впоследствии все равно нанес Громову 27 ударов ножом, выколол глаза, вырезал яички и отрезал головку члена. Произошло это недалеко от того места, где были убиты Женя Муратов и Любовь Зуева. Ровесник Громова, Витя Тищенко из шахт, единственный из жертв Чикатило, кто оказал ему активное сопротивление. Крепкий подросток сумел прокусить маньяку палец и ударить его по ноге, из-за чего тот долго хромал. К числу еще прижизненных травм Тищенко эксперты отнесли разрыв живота, удаленный кишечник и вырезанные яички. 22-летняя Светлана Коростик стала последней жертвой ростовского потрошителя. Чикатило знал, что на него идет настоящая охота, а на железнодорожных станциях дежурят сотрудники милиции, и тем не менее не смог заглушить тягу к убийствам. Расправившись с женщиной, маньяк вышел на перрон и, как ни в чем не бывало, заговорил с грибниками. В этот момент к нему подошел милиционер Рыбаков и попросил предъявить документы. Для задержания у сотрудника органов не было оснований, но он записал фамилию подозрительного мужчины. Когда недалеко от станции в лесу нашли тело Светланы Коростик, Рыбаков вспомнил о своей встрече с высоким мужчиной в пальто, шляпе и в очках и написал рапорт. Сыщики подняли дела и выяснили, что Андрей Романович Чикатило ранее неоднократно проходил подозреваемым по делам об убийствах в лесополосе, но раз за разом ускользал от следствия. Чикатило арестовали прямо на улице, когда он шел из магазина с банкой разливного пива в авоське. Вскоре он начал давать признательные показания, которые повергли в шок не только общественность, но и видавших виды следователей. Так закончилась история одного из самых жестоких убийц Советского Союза. Первые сообщения о задержании в Ростовской области маньяка, на руках которого была кровь десятка жертв, появились в советских газетах уже в конце 90-го года. В них еще не называлось имя убийцы, в лучшем случае писали просто «Андрей Че», а также отсутствовали подробности кровавых преступлений. В последних числах декабря 90-го года «Известия» сообщали лишь общие сведения биографии убийцы, которого окрестили «недочеловеком». Уже в следующем номере появилась заметка с комментариями начальника Ростовского областного управления внутренних дел Фетисова и заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Иссы Костоева, непосредственно руководившего поисками Чикатило. Заметка давала кое-какие подробности относительно того, как велось следствие и поиски убийцы, но опять-таки не называла его имя.
не знали его до самого последнего момента исследователи, которые дежурили в засадах, ловили маньяка на живца, скрыто снимали на камеру пассажиров электричек и проверяли водителей личного транспорта. В первых числах января 1991 года российская газета сообщала детали работы, проведенной следствием в ходе поимки ростовского потрошителя. Опрошено более 6 тысяч человек, ранее отбывших наказание за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Подняты дела около 50 тысяч лиц с различными сексуальными отклонениями и 10 тысяч опасных психических больных. Кроме того, в ходе оперативной работы было попутно расследовано более 1000 преступлений. Чикатило поместили в одиночную камеру тюрьмы КГБ. Только так можно было быть уверенным, что он доживет до суда, и его не убьют сокамерники или сотрудники милиции. Ведь среди потерпевших от действий маньяка были и работники правоохранительных органов. Следователи были настолько уверены в виновности Чикатило, что сразу после его ареста начальник Ростовского областного управления милиции попросил прощения у всех тех, кому во время следствия причинили беспокойство или нанесли обиду. Но впереди были долгие допросы и жертвы Чикатило, о которых ничего не знало следствие. К тому же маньяка нужно было сначала разговорить. На целый год ростовский потрошитель сошел с газетных полос и уже вернулся туда со своим настоящим именем в 92-м, когда следствие закончилось и начался суд. Судья Леонид Акубжанов заявил, что делает заседание открытым, объяснив свое решение следующим образом. «Пусть этот суд всех нас хоть чему-нибудь научит». С апреля 92-го года «Известия» вели практически прямой репортаж из Ростова, где в зале областного суда кипели нешуточные страсти. Чикатило то и дело шокировал своим поведением, отказывался говорить, утверждал, что над ним издеваются и облучают радиацией. Однажды Чикатило даже устроил стриптиз. Снял перед присутствующими в суде сначала рубашку, а затем и брюки. В свою очередь, родственники убитых женщин, девочек и мальчиков требовали выдать им маньяка для расправы. Корреспондент «Известий» так описывал тяжелую обстановку в суде. Уже перед входом стояли солдаты. В просторном фойе, в зале заседаний тоже. Худощавый, с бритой головой убийца появился для всех неожиданно. Зал в первый момент оторопел, но потом в нем раздались крики «ублюдок». Недалеко от меня поднялась белая, как бумага, женщина. Медленно переставляя ноги, пошла к клетке. И вдруг закачалась. Ее успели подхватить. Судейские девочки побежали искать воду. Кому-то еще стало плохо. 222-томное дело Чикатило журналист Владимир Бут назвал самой страшной книгой, перед началом чтения которой судья вызвал в зал суда бригаду скорой помощи. Газета пишет: «Каждая жертва преступления в этом ужасном деле пережила такие муки и такие страдания. Эксперты установили, у живых даже откусывались и вырезались части тела. С каждой новой жертвы маньяку требовалось истязать, чтобы получить наслаждение». Чикатило полностью признал свою вину в озвученных преступлениях. «В зале обстановка нервная», – писали газеты. «Звучат устрашающие подробности убийств и издевательств. Суд продолжает свою работу». Несколько заседаний суда, те, на которых шел допрос Чикатило, прошли в закрытом режиме. Однако вскоре общественность вновь встретилась лицом к лицу с маньяком. Тогда сильно досталось журналистам, которые, освещая судебный процесс, поторопились назвать Чикатило убийцей, чем нарушили презумпцию невиновности. Выступившая в конце апреля на суде мать убитой 14-летней Любы Волобуевой заявила, что Чикатило вполне заслужил смертную казнь, но не расстрел. С ним надо поступить так же, как он с нашими детьми. Резать по кусочку, медленно, чтобы почувствовал то же, что они, сказала женщина. А тем временем Чикатило начал признаваться в новых преступлениях, сообщив подробности еще 4 убийств. Две жертвы, как выяснилось, уже проходили в деле ростовского маньяка, но их Чикатило сразу не признал. «Я хочу ускорить суд и свой конец», – заявил убийца на суде. Хотя его действия, неадекватное поведение, пение интернационала и тот самый стриптиз перед судьей
в том числе и внезапно всплывшие в памяти новые убийства, скорее ставили цель затянуть суд и тем самым отложить приговор. А возможно даже избежать наказания, если бы Чикатило признали невменяемым. На невменяемости, вопреки результатам психиатрической экспертизы, настаивал и адвокат. Да, у Чикатило он был. Адвокат, некто Марат Хабибуллин, утверждал, что отдельные эпизоды дела не доказаны следствием, а обвинения строятся исключительно на показаниях самого Чикатило. Кроме того, Хабибуллин требовал проведения еще одной психиатрической экспертизы, подчеркивая, что имеющиеся в наличии заключения из института имени Сербского нельзя считать доказательством вменяемости его подзащитного, поскольку институт имеет спорную репутацию. В прошлом по политическим мотивам он признавал психически больными вполне здоровых людей. Адвокат уверял, что Чикатило требуется помощь, а не смертная казнь. Сам же Чикатило требовал отвода всего состава суда, который будто бы неоднократно нарушал его права. Интересно, что за то же самое выступал и государственный обвинитель, отмечавший, что судья допустил ряд ошибок и просчетов. Например, зачитывал не все доказательства, полученные следствием, и сделал суд открытым, чем ущемил достоинство Чикатило и его жертв. На тот момент еще предполагаемых жертв. Прошение об отводе состава суда было отклонено. Такое решение родственники погибших встретили аплодисментами. После этого один из потерпевших озвучил предложение об отводе уже прокурора. Существовала высокая вероятность, что прибывший из столицы прокурор добивается срыва дела, чтобы затем передать его в Москву и провести в закрытом режиме. В итоге судья попросил представителя прокуратуры покинуть заседание. Суд перенесли на другую дату, что в свою очередь вызвало гнев собравшихся, поскольку это означало дополнительные траты приезжих на дорогу. Журналист «Известий» сообщал из Ростова. Сначала они с криками бросились к подсудимому, и охране пришлось туго. Затем с криками «Это цирк, а не суд!» вышли в вестибюль. 14 октября 1992 года началось чтение обвинительного приговора. На следующий день Чикатило узнал решение суда. Смертная казнь в виде расстрела за убийство 52 человек. Один эпизод был исключен из обвинения за недоказанностью. Вновь в зале суда раздались аплодисменты. Громкие и продолжительные. Они заглушали крики обезумевшего Чикатило, вцепившегося руками в прутья клетки и наконец-то осознавшего, что его убьют. 14 февраля 1994 года, после неудачной жалобы в Верховный суд и оставшемся без ответа письма президенту Ельцину с просьбой сохранить ему жизнь, ростовский потрошитель был убит выстрелом в затылок. Осень в ростовском парке авиаторов невероятно красива. Желто-красная листва толстым ковром устилает землю. Приятно шуршит под ногами и скапливается у обочин дорог. По протоптанным в лесном массиве тропинкам и асфальтированным дорожкам петляют гуляющие велосипедисты. Шелест деревьев умиротворяет, заставляя забыть о городской суете и повседневной жизни, которая всего в какой-то сотне другой метров кипит, не останавливаясь ни на секунду. Откуда-то, совсем неподалеку, доносится размеренный стук колес железнодорожного состава. И совершенно невозможно представить, что 40 лет назад в этих тихих и спокойных местах раздавались душераздирающие крики и стоны жертв жестокого убийцы, которого и человеком-то назвать не поворачивается язык. С одинаковой легкостью он убивал и насиловал как взрослых женщин, так и детей. Девочек и мальчиков, доверившихся представительному дяде с портфелем, которому для достижения сексуального удовлетворения нужно было обязательно причинять кому-то боль и страдания. С этой целью в портфеле у дяди всегда лежал кухонный нож, моток веревки и вазелин. И имя этого чудовища из лесополосы должно быть навсегда стерто из памяти.